Да, вот возник конфликт с песней Газмана о Москве, песни аж 96-го года «Москва звонят колокола». Я, приезжая из Питера в Москву, очень часто слышал эту песню. И если где-то в контексте там «Дня города», там, я когда работал на площадках там, Москвы, она, так сказать, была созвучна настроению москвичей, она такая достаточно веселая песня, то когда ты приезжаешь, так сказать, люди приезжают с дороги, усталые, да, а им тут тебе агрессивная музыка навязана. Любая музыка на вокзале агрессивная, кроме объявлений об отправлении поездов, я считаю, вообще не нужны. Ну, максимум, что можно ввести, может быть, такую мелодию лайт, мелодию гимна России. И то, может быть, это применять... Так сказать, все время надо иметь обратную связь с населением, то есть спрашивать, а вот так вам нравится или не нравится. Потому что песня Газманова в контексте, когда люди приезжают, и она вот там ночью начинает тебе бухать, там каждый бас и каждый, так сказать, ничего хорошего.